Мы продолжаем наш прямой эфир. Сегодня у нас в гостях солистка группы «Аура» Юлия Быкова. Доброе утро. Доброе и не утро. Просто так. Доброе утро. С новой песней, с новым клипом вы к нам пришли. Ну, поделитесь, когда она появилась на свет? Ох, песня появилась на свет раньше, чем клип, соответственно. Ну, все, отлично, пока так. Она появилась на свет в августе. А клип мы завершили буквально, ну, совершенно недавно, вот в прошлом месяце. О, а вот так все быстро случилось. А что вдохновило на создание песни, расскажите? А вы знаете, есть вечные человеческие чувства, человеческие такие понятия. Семья, любовь. Ну, я сейчас очень много этому уделяю времени, внимания, потому что, ну, как-то так вот с материнством понимаю, что продолжение нас — это наши дети, и чем больше ты с ними сейчас, тем в дальнейшем, я думаю, им будет лучше по этой жизни знать, что они любимы, что с ними родители, что их любят и всегда поддержат. Песня так и называется «Продолжение нас», если наши зрители еще не догадались. И она такая очень, мне кажется, милая получилась, да? Да, вы знаете, ну, но как об этой теме можно, да, как-то жестко таких песен просто нужно вот созреть, да, чтобы писать уже такую музыку. И не к тому, что вы же, естественно, опытные музыканты, вы написали очень много совсем недавно о любви к нашей стране. Вот это, наверное, такой этап, а это уже это какое-то уже космическое, что-то философское получается. Ну, вы знаете, что ведь любовь же это не только страсть, да, такая, так, пш, вот. На самом деле песни же пишутся и по-разному, да? Надя. Нет. Это не это, я поняла. Нет, песни пишутся по-разному. Есть вот, знаете, резануло, наболело, отпустило, написалось, все забыл. А есть такое, ну, глубокое такое спокойное чувство, которое оно всегда с тобой, и не бывает тогда, ой, люблю родину, ой, не люблю родину, ой, люблю детей, ой, не люблю детей, да? Бывает в личных взаимоотношениях, да. Вот это острая страсть. И все это хорошо, это все нужно, и песни разные получаются. Бывает прямо взрыв эмоциональный, это действительно вот страсть, это обычно, ну, как вот между мужчиной и женщиной, да, случается. А бывает спокойно, тихая, такая вот она долгая любовь, это вот на всю жизнь, вот это вот из этого разряда. Материнская любовь. Хорошо. Мы же знаем, что немного съемки пошли не по плану этого клипа. Ой, мы вообще расскажите хотели историю, это, знаете, там же много историй, да, обычно мы бывает. Хотели сделать такое, так называемое, ну, лирикс-видео, да, для того, чтобы, ну, вы понимаете, если песня вышла и не вышла на YouTube, то песня не вышла. Так. Вот, поэтому песню должны увидеть. И мы хотели отснять, ну, момент вот создания этой песни, так, как она создавалась, как она писалась, как она записывалась в студии. Мы у себя в домашней студии вот по плану, значит, снимали такое видео. Вот, но что-то пошло не так в определенный момент. Проснулся это младший. Всегда бывает, да, так. Да. Проснулся младший наш ребенок, ну, пришел в студию, и, в общем, выгнать его не было возможности, поэтому он был задействован. На улице холодно уже, когда не выйду. Был задействован, в съемках. Вот. Ну, и поскольку, в общем-то, все же сложилось по контекст сюжету, песни, продолжение это, нас. Да, это полностью входит, и поэтому мы так и оставили. Ну, малыш же посмотрел уже клип, что сказал? А он все время, когда смотрит клип, он не понимает, что, ну, то есть это, да, это что это как-то там где-то не связано с семьей. Для него совершенно нормально, что его показывают по телевизору, он очень радуется этому. Такой, какая, ну, прелесть, да, Женя. Такой пупсик. Но завтра у него вот день рождения, 3 годика ему будет. Вот так. Можно поздравить. Серьезный парень, маму, да, будем отмечать. Да, мы поздравляем, конечно же, с новым клипом, который сейчас увидят наши зрители. А продолжение нас очень трогательное. Я думаю, сейчас кто-то даже прослезится, да, Женя? Да. Но, друзья, мы сейчас все увидим, а пока мы желаем вам доброго утра, и завтра наши коллеги продолжат вас будить по утрам. Не переключайтесь с 6 до 9. Доброй разницы, Беларусь, и всего доброго вам. Хорошего дня, пока. Пока-пока. Названием жизнь, чтоб родных своих единственных встретить и не отпустить, и на прочность их испытывать, и беречь. Будьте рядом, будьте вместе с близкими, каждый день и час. Они любят, ждут, они верят в вас. Все возможно пережить и выстоять, если в мире есть сердце, где живет продолжение.
за спиной семья. Будьте рядом, будьте вместе с близкими. Каждый день и час они любят, ждут, они верят в вас. Все возможно пережить и выстоять, если в мире пережить и выстоять, если в мире.